Какую пользу можно ждать от мелатонина? Мелатонин нормализует качество сна и циркадные ритмы в организме, поэтому его прием может быть полезным для людей, страдающих от различных нарушений сна, включая бессонницу, смену часовых поясов или ночную работу. Мелатонин полезен для сердца и иммунной системы за счет выраженного антиоксидантного свойства. Мелатонин способен облегчить симптомы мигрени, нормализовать желудочно-кишечный тракт, улучшить память, способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови. И, кстати, исследования мелатонина продолжаются, и ученые находят все больше подтверждений его онкопрофилактического действия. А еще мелатонин, будучи гормоном, способствует нормализации гормонального баланса, снижает уровень кортизола, а это основной гормон хронического стресса. Я принимаю Сиренокс, эффект очень понравился, в составе мелатонина 1 мг и комплекс еще усилен пассифлорой, боярышником, который еще полезен для головного мозга, сердца, для центральной нервной системы и убирает тревожное состояние липа, также успокаивающее действие, и пассифлора. То есть мы имеем с этого комплекса нормализацию качества сна, успокаивающий эффект и укрепление нервной системы.